Здравствуйте. В прямом эфире программа «События». Новости большого города на Средней Волге вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пенер. Главные темы выпуска. Не выходи из комнаты, не совершая ошибку. В Самаре из-за гололеда объявлен желтый уровень опасности. Эпидемии пока нет, но расслабляться не стоит. В Самаре растет уровень заболеваемости ОРВИ. 18 запусков и все успешные. РКЦ «Прогресс» подводит итоги. Электронная или бумажная? С Нового года россияне смогут контролировать свою трудовую книжку в режиме онлайн. Ликбез для управдомов. Жителям региона расскажут, как создать коммунальный рай в отдельно взятом доме. Именины у любимца публики. Самому крупному хищнику самарского зоопарка медведю Умке исполняется 22 года. Весна в январе. Сегодня утром в Самаре произошел настоящий природный коллапс. Ледяной дождь превратил весь город в каток. Чтобы устранить последствия погодных аномалий, городские дорожные службы перешли на усиленный режим работы. Когда ждать милости от природы, выяснила Мария Левина. Выражение «свернуть на скользкую дорожку» стало актуальным для самарцев с самого утра. Дождь и мокрый снег превратили город в настоящий каток. Хоть коньки надевай. Дождь и минусовая температура превратили тротуары в ледяные ловушки. Стекловидная глазурь очень опасна еще и тем, что практически не видна на глаз, особенно в темное время суток. Владислав Яковлев пересел с личного автомобиля на общественный транспорт. Решил больше времени ходить пешком. Сегодня прогулка не задалась. Здесь у меня любимое слово «комфортно» стало некомфортно. Всем сразу одновременно. Поэтому, ну что, будем надеяться, что дорожная служба быстро раскачается. Песочек, соль, и будет все хорошо. Погодная аномалия не стала сюрпризом для городских властей. Работать службы благоустройства начали заранее, с учетом прогнозов синоптиков. Все тротуары, проезжие части и остановки посыпают реагентом. Не забывают и про дворы. Уже израсходовали почти 40 тонн бионорда. Безопасность на дорогах обеспечивают 370 спецмашин. Особое внимание дорожники уделяют участкам, где есть подъем или спуск. Там размещены дополнительные ящики с песком, которые водители могут использовать самостоятельно. Дежурит спецтехника, чтобы оказать помощь большегрузам при подъеме и исключить из-за этого пробки. В ночь темпы работ снижаться не будут. В Самаре объявили желтый уровень опасности по гололеду. В день у нас, получается, на дорогах, именно по проезжим частям, работы по обработке антигололедного материала осуществляется 25 единиц техники, именно посыпки. На тротуарах у нас задействовано 14 единиц. Основная задача – это не допустить именно формирования в большом объеме стекловидного льда. Водителям надо быть более аккуратным при движении. Желательно все-таки руководствоваться требованиями безопасности, выбирая скорость движения, независимо от разрешенной в городе. Ну и пешеходам я бы все-таки хотелось посоветовать тоже аккуратнее идти и внимательно смотреть под ноги. Не все самарцы успели проявить осторожность. Из-за льда упали, но около дома. Обращений в травмпункт оказалось почти в полтора раза больше, чем обычно. В первой половине дня за помощью к медикам обратились около 50 человек. Врачи оказались готовы к наплыву. Из-за погодной ситуации мы увеличили количество врачей, находящихся на приемах. Круглосуточно ведется прием, всегда работают два врача. В нынешней ситуации сейчас даже три врача у нас работают. Капризы природы вынудили самарцев искать безопасные способы передвижения. Ну как, тротуарчиком, по краешку. Да я не успел пораниться, но это же природа такая, видите, за какие-то полчаса такой случай, да, получилось. Ну, трудно же, конечно, ходить. Стараемся не упасть. По словам синоптиков, причина природной аномалии кроется в температурных перепадах. Причиной всему является у нас западно-восточный перенос воздушных масс устойчивый, который сохраняется вот уже практически в течение месяца. И теплый влажный воздух Атлантики достигает берегов Средней Волги. Поэтому у нас вот сохраняется такой повышенный температурный режим. Сегодня ночью прогнозируется усиление порывов ветра до 20 метров в секунду. Температура воздуха будет близиться к нулю. Сохранится гололед. Завтра днем в Самаре будет устойчивый плюс. Коммунальные службы во всеоружии. Передышка будет не скоро. Морозную зиму синоптики ожидают лишь в феврале. Мария Левина, Николай Сидоров, Григорий Плешаков. События. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом растет. В Самаре заразились более 2000 человек. Это на 15% меньше, чем в прошлом году за аналогичный период. Специалисты Роспотребнадзора отмечают, эпидемиологический порог пока не превышен. Как уберечь себя от нетуга и что делать, когда уже заболела, расскажет Елена Малютина. Здравствуйте. Здравствуйте. Что вас беспокоит? У меня температура была, но я выпила стационарное лекарство, вот, немножко вроде снизилась. А так болит горло. Кашель.
При первых симптомах простуды Лариса Матвеева всегда обращается к врачу. Она считает, что это поможет избежать осложнений. В последнее время женщина заметила, что простудой болеет реже, а болезнь переносится намного легче. Лариса Федоровна уверена, помогает регулярная вакцинация. Я делаю прививки обязательно. Каждый год делаю. Начинается эта кампания по прививкам. Я делаю прививки. И я уже, наверное, года два как-то переношу это поспокойнее. Без высокой температуры, без таких осложнений. Бывает простуда все равно какая-то. Потому что вот такой же в больнице по другим вопросам. Здесь же много больных. Если вы уже почувствовали легкое недомогание и уже появились первые признаки заболевания, то стоит надеть маску для того, чтобы не заразить других. Но помните, ее защита действует не более 2 часов. Уберечь здоровье все-таки возможно, даже если рядом все чихают и кашляют. Медики советуют регулярно мыть руки, проветривать помещения, проводить влажную уборку, пить побольше воды, есть фрукты, не помешает и легкая физическая нагрузка. Народные методы поддержки организма также не возбраняются, а вот иммуностимулирующие препараты врачи не рекомендуют использовать без назначения. Я бы воздержалась от бесконтрольного применения любых лекарственных препаратов, памятуя еще о том, что вирус, так же как и бактерия на антибиотик, вырабатывает резистентность. И мы просто-напросто не даем себе дальнейших шагов для лечения более тяжелых случаев. Давайте не забывать о том, что все противовирусные препараты, все иммуностимуляторы, которые сейчас есть, все препараты, которые влияют на иммунитет, это все-таки являются лекарственными средствами. В Самарской области сотрудники Роспотребнадзора отмечают рост заболеваемости, но превышения эпидемиологического порога пока нет. По их данным, в этом году за вторую неделю января в Самаре обратились к медикам с признаками острых респираторных заболеваний более 2000 человек. Это ниже эпидемиологического порога на 37%. Специалисты отмечают, в Самарской области в настоящее время преобладают вирусы негриппозной этиологии. Это аденовирусы, парагрипп, риновирусы. Вместе с тем, уже на территории нашей области зарегистрированы первые случаи нахождения вируса гриппа в материале от больных. Это вирус гриппа Б и H1N1-09. Это единичные случаи. Специалисты отмечают, в прошлом году эпидемиологический порог был превышен в первой половине февраля. Так что расслабляться пока рано. Елена Малютина, Григорий Плешаков. События. Материнский капитал уже на первого ребенка, выплата части ипотеки при рождении третьего малыша и доплаты малоимущим семьям. В своем послании Федеральному собранию президент страны озвучил новые меры поддержки для семей с детьми. Как самарские родители встретили новость о помощи от государства, узнала Лариса Шалафаст. Долгожданный первенец в семье Матвея и Юлии Табатченко появился в канун Старого Нового года. Мальчика назвали Сашей. Из послания президента Федеральному собранию молодые родители узнали о новых мерах поддержки для семей. Признаются, на такую помощь от государства даже не рассчитывали и уже планируют второго малыша. Рожают только одного ребенка, потому что боятся не поднять двоих, троих и так далее. А сейчас государство поддерживает, и можно задуматься о продолжении дальше двоих, может быть. Малыш родился в новом перинатальном центре. С начала Нового года здесь уже появились на свет порядка сотни детей. Это центр, который оснащен оборудованием, лучше просто не бывает. Это европейский уровень центра, а где есть оборудование и высокопрофессиональные кадры, там и есть оказание качественной медицинской помощи, конечно же. В своем послании президент предложил продлить программу выплат материнского капитала минимум до конца 2026 года. Начать выплачивать его уже за первого ребенка, а за второго платить еще 150 тысяч. Таким образом, за двоих семья получит 616 тысяч рублей. Сумма будет ежегодно индексироваться. В семье Земцовых уже есть сыночек. Теперь родилась еще и Лапочка, дочка Варвара. На что потратят материнский капитал, еще не решили. Если это отложится, то тогда я думаю, что, скорее всего, на образование. Мы еще не думали, потому что вчера только эту новость прочитали, как-то еще даже не обсуждали этот момент. Очень, очень рады тому, что правительство поддерживает семьи, что является несомненно стимулом, я думаю, мотивацией для многих вопросов, решений, принятия решения о рождении второго и последующих деток.
При рождении третьего ребенка государство будет гасить ипотечный кредит почти на 500 000 рублей. С января текущего года семьи, чьи доходы не превышают 2 прожиточных минимумов на человека, будут получать ежемесячные выплаты на первых и вторых детей. Причем не до 1,5 лет, как прежде, а до 3. Размер выплаты зависит от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе. В среднем по стране это более 11 000 рублей на одного ребенка в месяц. В Самарской области родители получают не только федеральную поддержку, но и региональную. В области с 1 января начали выдачу наборов подарков, в которых есть все необходимое для первых дней жизни. Такие наборы уже получили более 200 малышей. К концу года ожидается, что приятный бонус получит более 12 000 человек. Решение, которое озвучено, когда материнский капитал уже при рождении первого ребенка будет выплачиваться, мне кажется, крайне важным. Вы знаете, что на территории Самарской области мы приняли свое решение, чтобы поддержать рождение первого ребенка. Мы предоставляем с 1 января текущего года такой пакет, подарок, который обеспечивает всем первым необходимым младенца, эту молодую семью. Президент поручил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно уже с 1 января текущего года. Их будут получать семьи, чьи доходы не превышают 1 прожиточного минимума на человека. Лариса Шалафаст, Василий Колдашов. События. Снижение младенческой смертности и всесторонняя поддержка старшего поколения. Депутаты Самарской губернской думы поговорили об успехах, которых удалось достичь в сфере здравоохранения. Анатолий Головко с подробностями. Показатели младенческой смертности в Самарской области достигли своего минимума за всю историю. По словам депутатов, во многом это заслуга высококвалифицированных медработников. Количество младенческой смертности достигло минимума за всю историю. Количество материнской смертности тоже. И в целом, да, у нас по Самарской области достаточно большое, практически более 1500 спасенных жизней по сравнению с предыдущим периодом. Это очень важно. На реализацию нацпроекта «Демография», который инициировал президент России Владимир Путин, в Самарской области потратят 47 миллиардов рублей. И эта цифра не окончательная. По словам депутатов, с учетом тех тезисов, которые прозвучали в послании главы государства к Федеральному собранию, сумма должна увеличиться. Дополнительно будут внесены изменения еще в выплаты ежемесячные в связи с рождением первого ребенка. Теперь будет 2-кратный размер прожиточного минимума как критерий нуждаемости. И выплата будет производиться не до 1,5 лет, как ранее, а до 3. Финансировать региональные и национальные проекты будут с учетом тех тезисов, которые прозвучали в послании Владимира Путина к Федеральному собранию. Идеи, которые озвучил глава государства, обсудили депутаты Самарской губернской думы. Мы должны несколько слов с коллегами обменяться мнением по вчерашнему главному политическому событию, которое произошло у нас в стране. Это послание президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Федеральному собранию и граждан России. В Самарской области успешно внедряют региональные проекты. Один из них – старшее поколение. Для пенсионеров, которые проживают в труднодоступных населенных пунктах, закупили автомобили. Теперь люди старше 65 лет могут добираться до больниц быстро и с комфортом. Благодаря этому 14 500 пациентов смогли пройти медицинское обследование и диспансеризацию. Анатолий Головко, Василий Колдашов. События. 18 спусков ракет с 4 космодромов. Все запланированные миссии завершены, в том числе и ключевые. Например, запуск робота «Федора» на МКС на пилотируемом корабле «Союз-21А». Генеральный директор ЦСКБ «Прогресс» Дмитрий Баранов подвел итоги работы за прошедший год. Руководитель отметил, что год оказался экономически очень успешным. Заказов стало больше, выручка по сравнению с 2018 годом выросла на треть. Поделился Дмитрий Баранов и планами на 2020 год обеспечить не менее 20 пусков, начать разработку сверхтяжелой ракеты для лунной программы и ракетоносителя «Союз-6». На предприятии проходит и модернизация производства. Сотрудники уже технически готовы работать без бумажных носителей. Летом на завод доставят 3 установки для нового типа сварки – трением с перемешиванием. Она позволит создавать более надежные конструкции, выдерживающие огромные нагрузки. У нас будет летом 3 установки. И мы планируем «Союз-5» первую летную уже делать именно по новой технологии сваркой трением с перемешиванием. Во-первых, она невозможна в ручном режиме, то есть это будет только исключительно автомат. Автоматы, ну, они как бы редко ошибаются, если вы их правильно настроили один раз. Поэтому здесь исключены всякие человеческие факторы. Теперь каждый россиянин сможет контролировать свою трудовую книжку в режиме онлайн. С 1 января в стране вводится электронная трудовая. Перейти на новую систему можно только добровольно по заявлению в свою организацию. Какие плюсы в изменениях и стоит ли менять привычный каждому документ, узнала Мария Левина.
Все больше ресурсов переходит с бумажного на электронный формат. С 1 января так случилось и с хорошо знакомым всем работающим россиянам документом трудовой книжкой. Теперь по желанию можно контролировать учет своей трудовой деятельности по сети, имея при этом постоянный доступ к собственным данным. Ничего себе! До чего техника дошла? Переход на электронную систему поможет вести кадровый учет онлайн и предпринимателям. Заменить бумажный носитель можно добровольно по заявлению в отдел кадров своей организации. При этом сам гражданин решает дальнейшую судьбу бумажной книжки. Она либо уничтожается, либо хранится у работника. При этом в нее делается запись, что дальнейшие сведения будут вестись онлайн. Исключением станут лишь граждане, которые впервые устроятся на работу в 2021 году. У них сразу будет электронная трудовая. Пока самарцы относятся к переменам с осторожностью. Электроны могут взломать. Электроны, конечно, очень хорошо, если это будет надежно на 100%. Но я думаю, все равно из-за того, что люди в разных городах работают, это будет все равно... с одной стороны, если электроны будут удобнее, но бумажные потерялись, электронные не внесли, и все равно... Путаница. Трудно сказать, да, путаница все равно будет. Может быть, на первом этапе, но потом наладится. Наверное, проверенные, я так считаю. А почему? Все по старинке, да возраст у меня уже не молодой, ближе к 50, и все по стариночке. Все странно, бумажное. А почему? Сейчас как-то, наверное, немножечко электронике не доверяем. По случаю вдруг какой-то сбой, и потом, соответственно, не найдешь всех данных. Однако в организации заверяют, никакой утечки данных быть не может. Информация хранится по всем нормам защиты данных. Вся информация, которая хранится в системе пенсионного фонда, она надежно защищена. Все в рамках требований по защите информации, прием, учет и хранение соответствуют нормам защиты персональных данных. Происходит это с способом очень современного оборудования, которое рекомендовано регулятором в области защиты информации, и никаких беспокойств по этому поводу быть не должно. Электронный вариант трудовой сохраняет весь перечень данных. Их вы можете видеть на экране. Все сведения работодатель обязуется предоставлять в пенсионный фонд ежемесячно. Первый такой отчет за январь должен быть отправлен до 15 февраля. Чтобы оформить электронную трудовую, заявление нужно написать не позднее 31 декабря 2020 года. Мария Левина, Константин Головин. События. Ликбез по ЖКХ. В Самарской области начинается серия семинаров для жителей. Встречи с экспертами пройдут во всех городах и районах. В планах на год обучить более 4000 человек. О чем конкретно будет идти речь на этих встречах, узнала Лариса Шалафаст. Как организовать ТСЖ, как правильно провести общее собрание жильцов и куда обращаться, если протекла крыша дома. Права и обязанности жителей многоэтажек расскажут эксперты на специальных семинарах. Они пройдут во всех городах и районах области. Прежде чем проводить эти занятия, мы будем интересоваться в районах, какая у них ситуация, какие вопросы наиболее востребованы, какие вопросы требуют объяснения, и уже исходя из этого строить свою работу. Мы постараемся сделать так, чтобы у людей было системное представление об управлении домом, управлении двором, об управлении микрорайоном, об управлении в целом городской среды, потому что любая эта информация, она ложится на общее знание и общее понимание происходящих процессов. Проводить бесплатные семинары и консультации в сфере ЖКХ для советов домов, представителей органов местного самоуправления, ТСЖ, управляющих компаний, специалисты квалификационного центра ЖКХ и энергетики будут совместно с ГЖИ, фондом капитального ремонта и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. Что касается Самарской области, действительно, вот сейчас уже есть даже госзадание на проведение этой деятельности, это очень важно. Не все регионы могут этим похвастаться, я могу там назвать только 3-4, где вот такая прямая государственная поддержка на эту деятельность идет. Мы сформировали для него в этом году впервые за всю эту историю государственное задание, которое предполагает наличие и ставок необходимых, и людей квалифицированных. За только текущий 2020 год мы планируем обучить порядка 4000 человек.
планах на год провести порядка 200 семинаров по ЖКХ. Также тематические семинары будут проходить в квалификационном центре в Самаре по адресу Революционная, 107. Информацию о точной дате и времени можно уточнить на сайте или по телефону 260-2294. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, «События». Мужчина в полном расцвете сил, так говорят сотрудники зоопарка про любимца публики медведя Умку. Сегодня у него день рождения. В зоопарк он попал из цирка в полуторагодовалом возрасте. И вот Умке 22 года. Хотя артист из него не вышло, это не умаляет интереса публики к самому обаятельному обитателю зоопарка. В этом убедился и Олег Зверев. В природе 20 лет для медведя – это преклонные годы. В условиях зоопарка и 40 – не возраст. Сказываются сбалансированные питания, ветеринарные медобслуживания и отсутствие внешней угрозы. Вот и самарский Умка, которому сегодня исполнилось 22, чувствует себя прекрасно. В самом расцвете сил. Мужчина у нас. В обычные дни рацион Умки составляют каши с мясом, ягодами и рыбой. Очень любит яйца, может съесть сразу 20 килограммов еды. И только в день рождения ему позволено немного сладкого в виде двух тортиков. Сладости медведи любят, но для здоровья это медвежья услуга. Тем более зимой, когда вес хозяина тайги далеко за 300. Тортики Умка поедает в полудреме, но в окружении гостей, которые собрались его поздравить. Мне кажется, что он очень добрый, и у него тем более сегодня день рождения. Но даже когда у медведя день рождения, осторожность и деликатность обращения с ним не помешают. Об этом знают все его гости и соседи. Сибирская рысь, дальневосточный леопард, канадские пумы и волки. В самарском зоопарке Умка находится в том же окружении, что медведи живут в дикой природе. Про Умку говорят, что он парень общительный и любит, когда много людей, особенно детей. Но фамильярного обращения к себе не допускает. Посетителям всегда напоминают, что зверь остается диким даже после того, как 22 года прожил в окружении людей. И только сотрудникам позволено приближаться к нему. Он может дать себе почесать спинку. Это он любит, да. Но это по своему настроению он может. Да, он дает мне и еще другому работнику, то есть с которым более-менее, который его постоянно кормит, постоянно контактирует с ним. Вот. А в остальном достаточно... Внешне неповоротливое животное, но когда надо, может быть резким, и с ним надо быть ухо востро держать. И еще одна медвежья особенность. Они не любят шумных компаний, поэтому, чтобы зверь не нервничал, следует соблюдать тишину возле клетки. Это же относится и к ситуации в лесу. Бывает так, что при случайной встрече медведь оказывается более напуганным, чем человек. Медведя можно отпугнуть, ну вот в Абхазии, вот в восточных странах, там медведи не крупные, и если медведь попадется вдруг неожиданно, надо очень сильно шуметь, кричать, визжать, топать, махать руками, медведи пугаются и убегают. Кусок льда вместо праздничного лимонада и на боковую. Зимой медведю положено спать, а праздничное шоу переносится на лето. Особое удовольствие Умки доставляет развлекать гостей зоопарка в бассейне. Все-таки сказывается цирковое происхождение. Олег Зверев, Григорий Плешаков, «События». Возобновляя давние традиции, в духовно-просветительском центре «Кириллица» впервые прошел святочный бал. Десятки юношей во фраках и девушек в изящных платьях исполняли танцы 19 века. С подробностями Елена Малютина. Роскошный зал, дамы в изящных платьях, кавалеры в сдержанных фраках. Это первый бал для пары Кирилла и Джасмин. Ребята готовились к нему несколько недель. Говорят, чтобы окунуться в атмосферу исторических событий, много репетировали. А вот наряды подобрали быстро. В них они чувствуют себя гармонично. Когда ты надеваешь фрак особенно, ты ведешь себя даже по-другому, разговариваешь, двигаешься тем более. Полонез, полька, кадриль, череда вальсов. В танцевальном вихре закружились школьники, обучающиеся в духовно-просветительском центре «Кириллица», и ребята, отдыхающие в детском санатории «Юность». Молодежные балы самарской митрополии возрождают в Самаре давние традиции. В России балы появились при Петре. Первый прошел в 1718 году. К середине 19 века они получили широкое распространение. К примеру, в Санкт-Петербурге и Москве их проходило более 1000 в год. Я думаю, что вот передача детям вот этой традиции поможет им состояться в этом непростом мире, когда очень много соблазнов, смешения этих понятий, поможет определиться с выбором вкуса, красоты. Елена Малютина, Константин Головин. События. На этом наш выпуск завершен. Удачи вам, увидимся.